Приветствую вас, друзья! Вы на канале «В поисках золота и кладов», и сейчас мы вместе с вами разыграем несколько новогодних подарочков. Итак, в розыгрыше у нас принимают участие те из моих подписчиков, кто открыл свои подписки, сделал репост вот этого видео на свою страничку в любую из соцсетей и под ним оставил комментарий. В комментариях ссылочку на вашу страничку с репостом. Друзья, таких у нас более 400 человек. Такого у меня еще не было. Такого количества претендентов на призы. Некоторые из вас оставляли несколько комментариев. Я имею в виду не репостов, а вот как, например, Алекс Жук, жду, не дождусь розыгрыша. То есть, если рандомизатор выберет вот такой комментарий, то, к сожалению, Алекс или кто-нибудь другой, вы не выиграете. Рандомизатор должен выбрать комментарий с репостом. Также, друзья, в этот раз я не проверял, подписаны ли вы на мой канал. Я имею в виду, открыты ли ваши подписки. Ну, более 400 человек проверить нереально. Поэтому, друзья, все на вашей совести. А мы сейчас будем начинать наш розыгрыш. Напомню, что все подарки предоставлены давним и надежным партнером моего канала, магазином металлоискателей и прочей поисковой техники Best MD. Итак, ну что, будем начинать. Друзья, если не выиграете, то сразу вам говорю, чтобы не расстраивались, так как вот-вот на моем канале соберется 10 тысяч человек, и обязательно проведу я очередной розыгрыш отличных подарочков. Ну, это у нас будет в будущем, а пока, друзья, начинаем наш розыгрыш, и для начала разыграем набор из 4 аккумуляторов к вашему металлодетектору, которые, кстати, идут в удобном пластиковом боксе. Итак, погнали! Кто же у нас выиграет 4 аккумулятора. Итак, третье место у нас занимает... Опа, тут! Вот такой вот интересный человек или каналчик под названием Опа, тут! Так, проверяем репост. А также зайдем и посмотрим, подписан ли этот человек на мой канал. Так, каналы. Открываем. А, вот есть подписка. Есть подписка на мой канал «В поисках золота и кладов». Так, а что же у нас с репостом? Есть, пожалуйста, Алексей. Итак, Алексей, я вас поздравляю. Вы выиграли аккумуляторы к металлодетектору, или куда хотите, туда их и вставляйте. Итак, друзья, есть у нас первый победитель. Продолжим. Дальше, друзья, мы разыграем желанный для многих комрадов приз. Легендарную лопату «Фискарь». И плюс к ней в качестве бонуса добавим чехол для лопаты, он же сумка для находок. Итак, второе место. Кто же у нас выиграет лопату «Фискарь»? Друзья, всем удачки. Поехали! Итак, сейчас мы узнаем, кто же выиграет. Кто же выиграет? Комрад ТВ! Вот смотрите, как бывает. Так, Комрад ТВ. Заходим на канал Комрад ТВ.
Ну давай, давай. Итак, каналы. Посмотрим. Подписан ли канал Камрад ТВ на канал «В поисках золота и кладов»? Есть, пожалуйста, есть подписка «В поисках золота и кладов». Все отлично. Проверяем репост. Так, и есть репост, пожалуйста, новогодний розыгрыш подарков от канала «В поисках золота и кладов». Итак, Камрад ТВ, я вас поздравляю. Вы выиграли лопату Фискарик и чехол для нее, он же сумка для находок. Итак, друзья, ну и остался у нас еще один приз, вернее приза два, место одно, первое место. И сейчас мы разыграем главный приз, шикарный большой рюкзак для металлодетектора и замечательную сумку для находок. Ну что ж, друзья, удачки, удачки вам всем и поехали! Кто же выиграет рюкзак для металлодетектора и отличную сумку для находок? Итак, Артурик Мелик, я так понимаю. Зайдем и посмотрим, выполнил ли Артурик все условия. Итак, есть у нас репост. Так, заходим на канал. Есть подписки. И, пожалуйста, в поисках золота и кладов. Артурик Мелик. Мелик или Мелик, извините, если неправильно. Я вас поздравляю, вы выиграли шикарный рюкзак и такую же отличную сумку. Ну что ж, еще раз поздравляю всех победителей. Срочно, срочно выходите на связь, чтобы уже завтра подарки поехали к вам. Ну а всем, кто не выиграл, желаю победы в следующих моих розыгрышах. В розыгрышах на канале «В поисках золота и кладов». Друзья, всех вас с наступающим Новым годом. И до встречи на канале «В поисках золота и кладов». Пока!